Сегодня, 26 мая, в Национальной библиотеке Якутии пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2023». Мероприятие состоится в рамках Республиканского фестиваля чтения «Читаем все». Тема акции этого года «Читаем вместе». В этот день посетителей акции ожидает разнообразная культурная программа по различным тематическим трекам. Так, сегодня в 14 часов в основном здании Национальной библиотеки в отделе периодических изданий пройдет встреча с писателем Петром Атласовым. Он будет презентовать авторский сборник по серии «Библиотечные новеллы». Далее в 16 часов 15 минут в фойе основного здания для посетителей проведут интерактивную игру «Тест. Угадай старинную книгу по картинке». Читателям будут предлагать попробовать угадать название известных книг по картинкам. Игра будет интересна и заядлым книголюбам, и тем, кто только начинает свой путь в страну увлекательного чтения. В картинках будут зашифрованы выдающиеся произведения художественной литературы, известные во всем мире. В 16 часов пройдет поэтическая лотерея. Посетителей ждет уже полюбившаяся всем лотерея со стихами и призами. Будет работать открытый микрофон для всех желающих. Мероприятие состоится в сквере библиотеки. В 16 часов 30 минут пройдет мастер-класс «Как написать рассказ» от литературоведа и писателя-фантаста Максима Эверстова и лекция об особенностях литературы для детей от поэта и писателя Ольги Пашкевич. Место проведения – фойе основного здания. С 17 часов начнется презентация электронного издания «Экосказки. Приключения розовой чайки». Автор – педагог-воспитатель Международной арктической школы, член Союза женских организаций республики, эколог-общественник, обладатель нагрудного знака за вклад в экологическое просвещение Анастасия Дарбасова. Место проведения – исторический зал. С 18 часов начнется инсценировка по повести «Кавказский пленник» Льва Толстого. Постановка от учащихся Якутской городской национальной гимназии имени Черяевых. Место проведения – основное здание библиотеки, книгохранилище. Далее тут же пройдет инсценировка эпизода за номером 5 «Любовь» повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» от учащихся 20-й школы города Якутска. В 19 часов всех участников библиотечного дня ждут на встрече с творческим объединением «Кандыкан». Он пройдет в кофейне Национальной библиотеки. И завершит пул увлекательных мероприятий кастинг по озвучиванию книг. Здесь желающим будут предложены художественные тексты для озвучивания на выбор. Лучшие предстанут чтецами аудиокниг Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Это лишь часть мероприятий. Более полную программу вы можете посмотреть на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия.